Вот так думаешь, что у тебя все хорошо, а все хорошо остается только все. Всем привет, это Дневник артиста, это Павел Зыков. Продолжаю рассказывать о жизни артистов в наше веселое, как сказала одна из режиссеров мне, суровое время. Ну, надеюсь, оно не такое уж суровое, надеюсь, что все не так, как плохо, как многие говорят и думают. Ну, хотя вот события такие, знаешь, уважаемый зритель, мягко скажем, неприятные. Но вот через 3 дня должен был быть уличный концерт во Всеволожском районе. Ну, что там, один концерт? Целая серия, сеть. Думаю, ну, не поработаю я сейчас с эстрадно-цирковыми, поработаю-ка я на уличном мероприятии, тем более оно такое городского плана, это праздники дворов, оно более-менее стабильное, раз разрешили, раз утвердили, значит, состоится, значит, будет, и до этого они были. И буквально через 3 дня, за 3 дня до мероприятия сообщают о том, что до конца месяца уж точно этих мероприятий не будет. И ты понимаешь, что до конца месяца ты без заработка, без заработной платы, а платежи, естественно, тебе никто не отменил. То есть, росчерком пера губернатор же не написал о том, что тебе можно и кредит не платить, коммуналку можно не платить, еду тебе будут бесплатно давать и так далее и тому подобное. Да, да. Важные эти, наверное, все вот эти постановления, да, они не просто так принимаются, да, выполняются задачи, масса людей там буквально сидят, потеют, прежде чем принять эти решения. Я надеюсь, они не с потолка, они серьезные, взвешенные, по крайней мере, доверяю тем людям, которые, хочется доверять тем людям, которые принимают эти решения, но это напоминает, знаете, как хвост у собаки отрубают, по чуть-чуть, по частям, вот, и ты, бумс, и ты безработный, резко так. И неважно, сделал ты прививку или не сделал. Да. За нее ты против, есть у тебя тест, нет. Переболел ты недавно или же никогда ты не болел, но у тебя нормальный тест. Ты без работы. Не влияет наличие отсутствия прививки вот в этой самой любимой до невозможности профессии, профессии, которая тебя любит. Ну ладно, то сейчас что-нибудь еще ляпну такое. Всем счастья, мира и добра. Это Дневник артиста, это Павел Зыков. Спасибо, кстати, спасибо большое, уважаемые зрители, которые подсказали мне о том, что можно размещать донаты под своим видео. И те, кто мне даже не подписались, кто это прислал, там не такая уж большая сумма пришла, но все равно очень приятно. Каждая так вот неожиданно прям до слез растрогали. Спасибо вам огромное, дорогие зрители мои. Все. Всем пока-пока, здоровья всем, здоровья, здоровья, здоровья.